have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Баратравме. Да, ребят, здоровайтесь. Да. Привет. Здрасте. А чё так вяло? Вяло нет. Ладно, хорошо, поехали. Поплыли. Загрузки такие долгие. Спасибо, Пика, кстати. Да. Не так много. Загрузимся побыстрее. Не да знаю. Нет, ну тогда о несколько минут. О, так, о, ползуну. Метка есть, хорошо. Вы играете за врача, заботьтесь о здоровье членов экипажа. Ну, разумеется. О, господи, ну, все ну, разумеется. Ну, разумеется, да. Так. Я проходил обучение, это не похоже на обучение. Так, что мне делать? Все как по инструкции. Так. Альфа, следи за Зюземи. Он может нам всю жизнь испоканить. Он насосы перенастраивает. При такой сложности я вам жизнь не буду портить. У меня пинги. Чего мне пингует? Да куда? Так, у нас один потяра есть, кстати. Тоже офицер службы безопасности. Зюземи, настроишь его или... Нет, в смысле, я не бот. Нет, у нас два офицера, посмотри. У нас два. Альфа и Оуэн. Давай вот сюда. Оуэна надо настроить. Где эти? А у нас больше нет. Пушки вот, возле меня. Альфа назад, в другую сторону. Альфа, сядь на пушку, которая будет... Вот эти перископы, это пушки. Кстати, а вот вы знали... Это перископ. Где можно все поджечь. Это прожектор. Да, это просто вот тут вот у тебя стоит чувачок. Вот за это, вот за это, вот за это, вот где я. Посерединке, вот тут. Стой, вверх! Вижу. Не купайся, рано еще. Ой. Стой, не надо. Да, скорость, да, да, все работает. Вот, вот тут, где я, вот, да. Вот это? Да. Подожди. Вот, и... Да, у тебя там снизу полосочка. И вот, еще желательно обзаведись какой-нибудь пушкой на корабле, дробовиком, а чем-то таким. А у меня вроде есть. Да, вот, хорошо, и, потому что если внутрь что-то попадет, так, надо бы чем-то отстреливаться. А внутрь что-то да попадет, это такая объяснил игра. Охренеть. Объясни, какой этот... Бля. Нейролептик. Что-что-что? Нейролептик. Сильный нейролептик. Вот это себе возьму сразу. А то я сначала подумал, что нейролептик это человек, такой сильный нейролептик. Че, качок что ли? Так. Так. Ну, давай вколю в тебя сильный нейролептик. Давай не надо. Давай методом научного тыка. Вон у тебя бот есть. В него вкалывай все, что хочешь. Нет, мой бот. Не надо в бота вкалывать. Так. Кто там уже бота присвоил? Кто вколет в моего бота что-то, тот сам бот. Как сделать яд? Просто... О, маргузин, вот маргузин, маргузин, делай маргузин. Осторожней с сонаром, ребят. А я знаю, я один раз его использую, сразу хорошо, включаю. Хорошо, просто знать нужно. Так, станция, ползун, полтора ой километра до всего еще. А, короче, смотри, делай маргузин, сейчас, где маргузин. А как выбрать наручники, вопрос? У меня, типа, когда я выбираю наручники, у меня вот, маргузин. Что пишет? Тебе нужен диссуцин. Ну, типа, смотри, я выбираю наручники, мне пишут, что, типа, вы точно хотите надеть на себя наручники? А как не на себя надеть? Конечно. А, вот это я, кстати, не сталкивался с этим, потому что я не проходил инструктаж за службу безопасности. Так я тоже, я проходил, там не учат. Там и не да, учат. Там, кстати, не учат, ну, я тоже не знаю, на самом деле. Я тоже не знаю. Ну, кто-то же да в прошлый раз баловался с наручниками, алло. Я баловался. Что, короче, зеленая что, краска? Зачем она зеленая краска? Так, сейчас, а, короче, у нас есть распылитель стоит, и зеленая краска, и плазменный да резак. Где яд? Да маргузин, я же тебе говорю, просто вбей маргузин. Я себе возьму какую-нибудь пушечку на всякий ой случай. А, у кого есть серная кислота, тот дайте мне. И на всякий случай, если 4 достанут, то я есть знаю вас. Так, и, ребят, убедитесь, что у всех есть кислородная маска, и желательно бы еще сварочный аппарат. Сейчас я тебя намучу отраву, давай, кинь на пол серную кислоту. Захвати вот тут возле реактора, что? Есть шкафчик, какую? Тут можно какую взять кислородную маску. На пол серную я кислоту кинешь. Какую ты мне намутишь отраву? Маргузин. Маргузин? О, кислородную так маску. Иди сюда. А, тут тоже есть, да? Хорошо. Да ну, отлично. Чел, и сварочный аппарат тоже прихвати, чтобы у тебя поверить, был. Что это отрава или нет? Да. Сварочный мы аппарат вот тоже прихвати, Альфа. Сварочный, да, все. Я нашел вход в пещеру, в которой ползуны, это хорошо.
Че, мы идем стрелять, мы идем стрелять, стрелять, да, стрелять. Маркетинг — это очень хорошая вещь. Погодите, я что... Крайний — это рельсотрон? Вы офигели? Тихо. Я не хочу из рельсотрона фигачить, это громко. У тебя что сейчас снизу там, что ты видишь, скажи, пожалуйста. Ну, сейчас я вижу камень. Во, дай посмотреть, что это за камень. Дай этот. Можно. Дай штучку. Это дай дилуситин. Я уже ничего не вижу. Подожди. Понял, сейчас тогда... Сверху вроде чисто, я с фонарика посмотрел. Пинт. Так, нам бы этот камень как-нибудь бы тут оплыть. Дай кислоту мне, я тебе сделаю хорошую. Какой камень? Дай, где, скажи, сколько градусов? Я стрельну. Дай дилуситин. Просто камни нет, можно нет, и расфигарить, если дать правильный угол. Вот, так. Я вижу камень. Во, Я-то оттуда не дотягиваюсь из рельсотрона. Я вижу его. Я понимаю, но я оттуда не выстрелю, поэтому я не смогу его... Ага, этот камень что можно мне... разбить, его можно разбить. Кто я меня под... Чушь. Что? Что там у вас происходит? Ничего. В меня так, кто-то что-то вколол. Понятно, медик у нас опять... Гаси медика! Повреждение органа, тошнота и все последующие. Да не меня, медика! А, кто медик? Медик это Питер. Никто, медицинская форма. Иди сюда! Иди сюда! Так, пока пушка освободилась, я расстреляю камень. Расстрелять. Я ее, в принципе, не знаю. Нам... Что, блин? Блин. Люди, хватит, народ. Так да. Так он тебя вколол, что какую-то фигню тут плевать начал. У нас затоплен ядерный, и у нас ядерка вся затоплена. Из-за чего? У нас там люди, там монстр, там монстр. Где? Сзади, где? Я к реактору вали, быстро. Здесь. А, меня затапливает. Чувак, там где? Одень маску, иди туда, там затопит тебя, только маску одень. Ой, блин. Сейчас, извиняюсь. Ух. Так, как хорошечно-то. А мне где маску? Обновление. Вы что, все маски украли? Нет, тут есть, возле реактора есть маска. Вид. Тут лютое давление. Ай! Упс, я, кстати, да, насчет лютого давления очень поздно нас сверху атакуют, но я приеду к вам только через 5 минут, поэтому я буду пока что вашими глазами. Мы, короче, все, кто сейчас был в ядерном реакторе, сдохли, приеду через 5 минут. Сколько, 2-3 человека? Три. Офицер службы безопасности в том числе. Земи, я тебя затопил. Капитан. Ты затопил спех. Ты давно. Фрум, вы говорите. Так, во-первых, какая-то очень тут огромная нет. Тварь у нас тут сверху. Это тех, к кому мы приплыть должны были. Они к нам сами приплыли. И вообще. Я ее увидел. У нас. Я ее увидел! Так. Народ, вы бы, может, костюмы одели бы, а то вас тоже давление долбанет. Я не вижу, где у нас костюмы. Она пришла! Давление. Меня сейчас костюмы раздавили. На уровень вниз. Так, минус туземы. У нас остался бот. Ну, я уверен, он справится. Ну, он офицер безопасности, но он бот. Он офицер безопасности. Ну, кстати, боты стреляют хорошо, им без разницы. Так, он одел костюм, хорошо, уже неплохо. Так, будем надеяться, что... Он не выйдет из рабаш. Он типа не сдохнет за 3 минуты. Так, нет, он должен убить. Давай, бей не обе. Так эта тварь уже почти дохлая. Давай, чувак, есть, минус. А он не промахивается, боты, кстати. У них типа без разницы, куда стрелять, они попадут все равно. Он сейчас по этой твари будет стрелять огромный. Так, ну-ка. Давай. Смотрите, да бот играет лучше нас. Так, да, все, тварь укокошил. У нас еще в еще заднем отделении один... Еще бы этот бот по яйцам умел стрелять. Был вообще отлично. Воу. Ну, нам сейчас там все пробьют. Нафиг. Минус туша. Туша. Слышь, нам там все сейчас пробьют за 3 минуты. Я понимаю, я предлагаю поменять роль бота, чтобы он... В смысле я жив? Я не жив, я мертв. А, нет, стоп, это... Я просто твой труп своим ником валяется. А, мы не можем поменять роль бота, да? Да. Сейчас, пока мы трупы, черт. Потому что он будет висеть на пушке. Так бы он пошел. Блин. Вы через сколько косяк, этот камень сломать. Слушайте, ребят, вода откачивается. Да, вода откачивается, да, конечно. Нет, посмотри на среднюю палубу. А, кстати, да. А, так тут потому что закрыто. А в все остальных-то местах вода. У нас монстры внизу.
Да они там застряли, они там... В том-то дело, что они застряли, вода откачивается, мы вернемся узнавали. Через 2 минуты. Проблема в другом. Как мы попадем в корабль? Вот эта тварь лежит на верхнем люке. И что, так ослабо вылезти челнока и там залезть? Берите плазменный резак и варите через дырку. Да, проваривайте дырку и в корабль. А зачем? У нас же снизу вход есть. Снизу у нас мель. О, снизу, да. Так тут текстурки багные, может мы проплыть сможем. Хотя... И, кстати, мель вижу, находится ровно там, где находится лестница. Посмотрите. За рельсотроном. Вы заметили, мы опять в том же месте застряли. Что, серьезно? Нет, это другая карта вообще. Это другая мне карта. Кажется, можно попробовать тут проплыть. Карта другая, а место тоже. Мы также застряли, но карта другая. Мы сейчас играем, получается, третий левел, который Европа подводная. А в прошлый раз мы на первом помирали. Так, внизу под реактором монстр полностью живой. Ну, он хрен стоит на пушке и ничего не делает. Да, типа, поэтому факту, я говорю, что он типа отстрелялся говорить, и все. То лодка уже должна была давно утонуть и все. Ну мы сидим на мели. Так нет, работает. Ну как сказать? Ну если говорить по факту. Ну не забывайте, что здесь можно спихнуть на то, что это не земля, и тут может быть другая гравитация, другое давление. Ну да, если тебя давлением давит, то сомневаюсь. Ну, тоже ладно, верно. Хотя, минуточку, надо... Нет, серьезно, серьезно. Народ, напишите в комментах, что вы знаете, каким давлением давит человек и каким давлением давит там корпус подлодки, например. То есть это же абсолютно разное давление. Да нет, тут просто водой всю электронику бы уже давно выбило. Ее и выбило, оно все дымится. У нас везде аварийные работают. Нет, я имею в виду, что типа, мы бы туда даже не заплыли, потому что просто бы в воде электричество прошибло. Слушайте, у нас образовался хороший такой воздушный карманчик в середине, посмотрите. Ну да. Опять же, мне кажется, тут что-то... Это там, где я лежу? Нет, там типа что, электроника, электричество, которое не проходит через воду? Жидкое электричество, нанотехнологии. Так, я через 5 секунд, по-моему, я первый подъехал, поэтому... Я 2 секунды. Нет, почему он для всех один? А, черт. Блин, он же маленький. Добрый вечер. Так, я сразу ударил. Это сейчас прозвучало немножечко. Кто костюм стырил? Я его уж... Костюм было 2. Ну, значит, придется швартоваться. Ну, давайте, давай, плывем. Давайте стоять у вас... Капитан, снимай костюм. А, капитан, все, вы плывите, давайте. Горбун под нами. Хорош нам дзынкать. О, отлично. Кто-то докинул. Как? О. Чё, поплыли? Да зачем вы опять флайеры кидаете? Без них не чё, тебе не нравится? Короче, поплыли. Ух ты! А, нет, это... А вот это я забираю. Почему я его открыть не могу? Кого? Даже вот это я забираю. Ну, люк не могу открыть. Наружный нельзя, только после стыковки. А может, не надо стыковаться? Надо. Взорвём челнок. Так, 30 метров, погодите, ребят, попробую подойти. Одень скафандр. Слушай, как где я его возьму? А вот он на полу валяется, нам тут дополнительно нагрузили. Погоди, что на полу подобрал? Валяется вот тут вот. Во. Нам еще дополнительно отправили, потому что нас больше на челноке. Так, у меня это, кстати, чудовище не отображается. Стыкуемся? Я захожу первый. Я нажимаю стыковку, но меня из-за этой туши не подпускает. А мы тушь никак не берем, кстати. Че, даже не протаранили? Нельзя вылезть. Так, нельзя вылезть. А, в дно в таранте. В таранте в дно или еще уже, не знаю. Туша пропала. Это точно была не консольная команда. Так, надо что-нибудь разрезать. Точно, да? У нас же плазменный рюкзак есть, Ну давайте. А как всплыть теперь? Да пристыкнитесь. Я не могу, идите да пристыкнитесь, кто может. Я просто... Не режет, не трожь. Подождите, нет, не надо, я сейчас пристыкую. Я профессионал. А, она тут! Ну кого фига? Всё, я разрезал, слагаю. Чё вы едите? Я мы могли пристыковаться, но нет, мы не будем стыковаться. Нет, нет, это слишком простой путь. Это для слабых. Да, это для слабых. Где я? А вот дырка в корабле. Чё не пишу?
Где я, где я? А вот. Тут реально просто огромная дырка в корабле, ладно. А, так, найдите сварочные инструменты, ребят. Это по у нас все к чертям полетело. Где инженерный отсек? Я на этой лодке не играл, извините. Так. А я, кажется, ой, тут знак револьвер! Предатель. Я возьму на всякий случай. А, ножи, броньки. Слушайте, я знак предатель. Запрещаете. Что ты? Как офицер безопасности запрещаю тебе брать револьвер. Поздно. Ой, заберешь из моих холодных рук. Так. Ой, извините, я случайно. Зуземия, кто? Где монстры? Где монстры? Вот этот в смысле несанкционированный доступ? Ой, я сварочный аппарат нашел. Супер, завариваете все подряд. Я вас взорвал, прикиньте, да, это был я. Может, нужен огнетушитель? Ой, а почему меня не выбирает? Ошибка! Ошибка, стоп! 00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 
произошло только. Простите, пожалуйста. У меня программа включена была. Программа чего? Я ее вроде выключал. Ну, сонпад у меня включен. А. Ну, ему можно. Нет, нельзя. Мне не стыдно, простите. Так, у нас, кстати, так, у меня, кстати, воздуха еще половина осталась. Вы там варите, да? Отличный кофе. Я, кстати, крышу корабля заварил. Я тут где-то в это реакторное, наверное. Спасибо, реактор, спасибо, спасибо, медик. Молодец. Я знаю. Ту дырку, через которую мы зашли, заварили, да? Да нет, тут люк так-то нужно просто заделать. Так. О, я еще нашел. Типа, спасибо, давай, завари меня просто еще. Ты, медик, остановись, ты меня сейчас сожжешь. Завари меня полностью. Да? Люк не заваривают, его этим гаечным ключом делают. Судя по крикам, у вас там другие проблемы вместо люка. Кто-нибудь может энергию восстановить? Я восстановил. У меня просто все отлично. У меня ожог, укус, огнестрельная рана, ожог. Сейчас пытаюсь дно подварить отлично, немножко. Молодцы, спасибо. У меня бот дубинка упасил и наручники одел. Серьезно? Да. Значит, ты что-то сделал. Это значит, ты что-то сделал. Он меня пытался сжечь. Почему кислород не работает? Снимите с меня наручники. Потому что почему нету этой... Сними наручники. Фрум, я сдохну сейчас. Где? Вот я за тобой. Как я тебе их сниму? Я не знаю. Так, я могу тебя лечить. Сними, а что у нас реально с электричеством? Понятно. Как? Я не знаю. Так я тоже не знаю, у меня-то ключа нету. Все заслужено, значит. Вода, иди умоляй. А что у нас вода не откачивается? Действительно, у нас насос потому что не работает. Нет, насосы работают, ну хотя... Я пытаюсь... Они же до этого откачивали, погодите, ребят. Да я включил. Насос работает. Подожди, Земля, ты опять их поменял? Нет, вот сами посмотрите, там сброс. Да я посмотрел, не предатель. Верю, посмотрел. Я не предатель. Вот, я нажимаю, почему не отсасывается? Надо баллон поменять, стоп, народ. Карусель. Тут маска есть. Да, но я просто из маски вытащу баллон, потому что без маски это... Помоги! Я не понимаю, почему. Слаг, спаси меня. Ай, что происходит? Стоп, вода уходит. Ай. Нет? Вода уходит. Вода чуть-чуть уходит. Так. Да нет, нифига она не уходит. А, это Цуземо чинит. Да нет, ну чуть-чуть же уходило. Где-то звук вот этой льющейся воды, надо восстановить реактор, чтобы нам показали, где у нас пробоина. Я восстановил реактор. Да, он работает. Хрен поймёшь. Надо вернуть электричество. Нет, надо тогда вернуть проводку. Да нифига он не работает. Нет, коробки проводку нет, надо. Ты не отрегулировал вообще, ты понимаешь? Не понимаю, я авто поставил перед тем. Тут у нас все на критическом. Ты о чем? Может, он сломался. Что бы навсегда? Нет, я его чиню сейчас. Я его уже переохлаждение. Так. Ну, так у нас автоматическое управление, потому что кто-то убрал. Действительно.
Так, пошло, начало работать. Пошло. Вот, я нашел эту сломанную коробку. Включил я в твое автоматическое управление, и что? В смысле высокое давление? Народ, я в костюме, это как? Это нормально, это типа за костюмом высокое давление, это не на тебя действует. Ой. Уходит вода, нормально, все. Ребята, помогите мне, пожалуйста. Где? Я наверху с ботом стою. Я сейчас сдохну. Вопрос, что надо включить, чтобы чтобы откачалась вот сброс или набор? Вода откачивается, народ, все нормально. Помогите Пике, пожалуйста. Я не знаю просто как. Реанимацию мне. Срочно. Сделайте реанимацию. Бегу. А ты где? Я у штурвала. А, действительно. Ты знаешь, так, почему? Потому что я в костюме. А я не могу его снять, на мне наручники. Так, у меня ачивка пришла, смотри, не сдохни. Че, реально прям такая ачивка есть? Ну, don't die on me. А как наручники снять? Бота умоляю, я не знаю. Че я в костюме? Сними наручники. Сними мне наручники. Там должен ходить без костюма. Отверткой можно снять? Нет. Проверь. Нельзя. А как их снять? Ты так и будешь ходить до конца серии. Стой, попробуем. Я не понимаю, почему не откачивается вода. Доктор фентанил брал. Альфа, ты в насосы лез? Да, я в насос. Самое, я нажимаю кнопку, она не откачивается. Отпусти только меня, о, спасибо. Так они автоматически должны работать с капитанской... А, но с капитанской рубки нет. Понятно, почему они не работают. У нас, кстати, тут кислорода нет. Мы сейчас задохнемся здесь. Вода прибывает. Ребят, вы чё? Я дверь открыл. Доктор, у тебя фентанил есть? Кто он брать? Конечно, нету. Доктор. Да в смысле нету? Как нету? Как мне он... доктором вообще? Кто у нас с трубкой-то? Вопрос. Я починил. Миссия у нас вообще... Я с фентанилом сдох. Я пошел искать. А, найди фентанил. Блин, народ, что с водой надо делать, она уровень не держит. Где-то течет еще. Не течет. У нас где-то еще пробоина. Если она прибывает, вот, значит... Вот пробоина, блядь, в моторном отсеке сверху. Вот почему она не это. Золотаешь? Просто, Слак, ты такой офигенный капитан. Ты даже на монитор состояния не смотришь. Да, я знаю. Где моторный отсек? Я сам нашел. Во, начал уходить потихоньку. Еще спереди звуки какие-то, как будто заливается. Все, я починил моторную отсек. Я понимаю, но это сзади, а тут где-то спереди. Сейчас я попробую прощупать. Вот, уходит вода. Вода уходит, но где-то звук еще булькающий, значит, не льется. Вообще инженер по обучению. Молодец. Черт, насос был, сейчас. Все, моторный отсек без воды. Здесь. Так, у нас сигналка работает. Тут опять прорвался или что? Я не знаю, я насос чиню. Может, насос. Альфа, снимай костюм. Ага, сейчас. Ты сейчас задохнешься, у тебя воздух закончился. Народ, кстати, с воздухом осторожнее, да. Кислородный баллон. Ну тут есть что-то. Пойдите позаряжайте баллоны, мы много использовали. Поставьте на зарядку кислородные баллоны. Тут вода еще есть. Просто чё. Ну, в балласте вода осталась, но это меня не... бот бесит. Нет, не в балласте. Это... Я сейчас скажу, что это. Да. Ну, рядом с ботом. В медицинском медотсеке еще. Трум, отойди от бота. Сейчас. Короче, это инженерный отсек. А ёпа РСТ! Нижняя предчасть. Приляг. Лучше приляг. Не трогай ты бота! Ты... Это вообще нормально или что? У меня патроны закончились. Ты дурак? Он сейчас вернется. Хренач ты медика, короче. Да я понял. Да ел. Где этот? Вылези отсюда, это кто? Это второй офицер безопасности, они, видимо, друг за другом мстят. И этот бот. А, все сдох. Короче. Лишка, бот вернется через 3 минуты. Хватит дебегать его, вы что делаете? Я ему не реанимацию проводил. Я думал, ты его тебе бегаешь. Я что, зря его убивал? А зачем бота вообще убивать?
Он меня бесит, он встал на пушке и ничего не делает. Ты меня бесишь. Так назначьте ему другое задание. Он встал на пушке, потому что его попросили, а не потому что он так хочет. А вдруг он захотел? Жаль, я не взял сет, у которого есть трубка. Так, в смысле жди здесь. Погодите, где у нас фильтр? Нет. Кислородный этот? Я вот долго не реагирую. Кислородная, кислородная зарядка где? На самом верхней палубе, короче. Сейчас поднимусь. Почему? Это что-то еще льется, да? Да, где-то. У вас тоже звук этот был? Да. Вот в кормовой части такое ощущение, что где-то сверху что-то заливает. Воу, у вас не ощущение, походу. А он труп. Воу. Воу-воу-воу, а тут-то все так плохо, я смотрю. Кто-то... это... А почему тут все так плохо? Кто-то ломает, что ли? Земи, проверь насосы, пожалуйста, я тебе умоляю. Один передний я только что чинил, он должен быть в порядке. Именно вот этот, Максим, где ты сейчас находишься? Проверь там насосы, я тебя прошу. Так, насосы сейчас проверю. Я просто насосы не умею. Да блин, мне тут... лестница. Мне лестница смеется. О, у тебя ожог. С насосами все хорошо. Ну и фиг с ним. Они что-то плохо работают просто. У меня в левом ухе вода. Че? Ну, я имею в виду, что в левом наушнике у меня звук того, что у нас течет. У меня тоже. А у меня гитара. Ну, спрос. Стоп, я где-то сейчас нахожусь, у меня побои. Народ, ну можно немножечко всплыть? Кто-нибудь встаньте на управление. Как на гитаре играть? Руками обычно. Тут инженером в отсеке вода. Черт. Я не знаю, я починил эти насосы. Я сейчас электрику дочиниваю сверху на верхней палубе. Как будто вода заливается. Да-да-да. Так, ты у нас... Да, генератор просто... кислород, наконец-то. Так, я закину баллончик. О, Рум, а тебе нужны анаболические стероиды? Это увеличивает мышечную силу. Из старого мультика плохо, про Лёлика, Болика и Анаболика. У нас все очень плохо. Корабль всплывает, оказывается. У нас сверху еще пробоины. До которой я не могу понять, как добраться. Походу выплывать нужно. Стоп, второй насос. Второй насос. Так вот, тут легко добраться, вот я уже добрался. Я, короче, сейчас пойду с внутренней стороны корабля быстренько обплыву. Давай, только давай, хорошо. Я все уже починил, пробую. А все, второй насос тоже заработал, нормально. У нас обшивка пробита все равно. Ты можешь через капитанский мостик глянуть, где пробита? Нет, да он нет. Не может, он никогда это не смотрит. Да. Не ругайся. Я все время смотрю, где пробита. Так. Ну что ж, сейчас это выглядит уже не так... Не так плохо. У нас, так, это воздушный шлюз. А, стоп, тут был где-то у нас скафандр с полбаллона. Вербалласт. Надо его тоже выкинуть. Все, но воды у нас нигде нет, это хорошо. Вот, вот этот вот баллон надо. Вопрос, где патроны искать? В ящике сверху, вон. Где-то... Нет, у нас обшивка, да, она пробитая была. Как я и говорил. Вот тут... в этом ящике посмотри патроны, вон там. Так, это снаряд для рельстрона. Вот, да. Не-не-не, именно в самом шкафчике, да. Так, минуточку, этот зарядился, не зарядился. Охренительно. А как эту хрень устранить? Так, мы ждем... Минуточку. А, это я могу попросить... Странно, ладно. Слушай, тут все, конечно, на самом деле вещи лежат. Тут осколочные гранаты, 200 шумовых. Да, я тебе про это говорю, там бронежилет, что-то такое. Кавалер. Я так сразу там еще 4 лежало, я ее выбросил, потому что в прошлый раз на земле взорвал. А вы видите на... Кого двое? И кто? Как баланс сжигать? Я отчаянно пытаюсь защитить наш корабль от паразитов, которые носили сверху. Как баллон заряжать? Воздушный? Да. Давай наверх сюда ко мне. Я типа... Блин, нас что-то опять... Заливает. Я борюсь с этими, с личинками на корабле. Где?
за корпусом, но с половиной корабля. Он снаружи плавает. Альфа, давай сюда наверх подойди, пожалуйста. Вы этого не видите. Вот. Почему наверх? Нас двое? Да, вот сюда, наверх. Ема. Как, у нас как... хвоста нету. Иди сюда. Вообще. Как бинты из рук. Погодите, ребят. Так это чье? Ладненько. Я хочу. Ой, где мы, кстати, сейчас находимся, ребят? Пик его знает. Глянь, меня сегу тушите. Пик его знает. Пик, расскажи нам, где мы находимся. Кстати, я предлагаю пойти задание выполнять. Не хотите? Куда? Нет. Задание выполнить. Да, например, можно было бы. В принципе, в этом был смысл. Неплохо было бы. У нас есть задание? Мы уже плывем куда-то? Ну, я поплыл к заданию, да. Хорошо. Тогда на эти. А почему я не поплыл? Кто-то за кораблем был, скажите так. Нет. Так, надо положить вот эти вещи. Так, подождите, я потерял, который снизу. А вот стоп, стоп! Стоп, отлично. Куда меня несет? Хорошо, пока что остановимся. Сейчас просканируем, что-нибудь. Блин, вы видели это сверху? А сонар чем он плох? Я слышал, там кто-то тебе сказал, особо не балуйся с сонаром. Если его навсегда включить, то что к тебе кто-нибудь рано или поздно придет. Я его иногда включаю так, потому что я боюсь то, что мы врежемся. Да, где найти маргузин? Сонар отображает скалы, но он также отображает все живые объекты. Ну и это тоже, да. Но мне лень. Мы, по-моему, прямо в камень плывем. Понял. О, подплывает говно. Оу, а чё? Так, сверху. Медик! Медик плохой! Чё? Чё происходит? В меня медик что-то вколол. Блять, он мне надо... Какой медик? У всех тошнота. Чё тебе вкололи? Или ты... Медик, давай лечим. Медик, ты нахрен для корабля нужен? Лечи. Чё происходит? У нас какой-то... Что это? Чё? У нас инопланетяне! У нас инопланетяне закрывают... Отойди, Фрум! Патроны кончились. Я не вижу ничего. Ай. А чё произошло? На нас напали. Да, ну это... Конечно, логично. Я предлагаю рестарт, тут что-то вообще в канале уже какое-то происходит. К нам смотрители приплыли, откуда они здесь взялись вообще? Смотрители это кто? Это, короче, те, которые из-за которых у нас галлюцинации пошли. А-а-а. Я не знаю, они так очень... вот я ж говорил, что здесь есть такие... Нет, людских галлюцинаций нету, это тебе показалось, вам обоим показалось. Да не показалось, блин, надоело. Ладно. Блин, почему меня бросает из стороны в сторону? Да, потому что это из-за смотрителей, они на тебя влияют, и ты это из стороны в сторону. Они телепатически тобой шмаляют тобой. Самые контролеры. Короче, я умер. Я старался спасти вас как мог. Знаете, сколько их? Не надо было срочность, потому что ставить как. Вот именно. Кто поставил средний 50%? Молодец. А кто сервер создавал? Погадайся. Ты сказал мне ставить вообще 60. Тебе Зуземи говорил. Если бы 60 поставили, мы бы тогда не выжили. Ну вот, Зуземи. Он вообще отошел. Вообще распылило почему-то. Короче, выше легко никто не ставит. Да. Все. Ну, ну что, получается, вот так бесславно сегодня заканчивается наше путешествие. Да. Очередная потерянная на где там, в Европе, да? Да. Да. Нет, путешествие заканчивается, когда заканчивается топливо в реакторе. Так можно все починить, но как бы вот все. Ты... Ну а эти смотрители сейчас отсюда не... Это что-то регенерирует. Так подожди, а где смотрители-то? Вот я сейчас отлетаю. Вон, а где они? Вот, вон она, мой труп живет. Мой труп живет. И все, вот, и ушел. Кстати, одного смотрителя, по-моему, я убил. И все три штуки. Почему? Я два своих трупа вижу. Я расстрелял одного.
Когда ты мне говорил эту идею, я как раз в него стрелял. Вот это, в этого чувака. Я в него попал хорошенько, так где-то полжизни ему снял. Короче, я считаю, что я нормальный офицер безопасности. Я до последнего пытался играть. Я считаю, то, что я отличный медик. То, что ты тогда говорил, что... Медик. Я считаю, что смотрители это... начали, а ты еще даже сделать не мог. Я считаю, что то, что смотрители играли с щитами. Да, кстати. А что вы делаете? На вас всех смотрители смотрят. Давайте смотрители смотрят. Мы типа все же, да? Мы так-то тут все сдохли, может вы нажмете закончить раунд, ну так. Я нажал. Да, можно. Молодцы. А, ну 4 черепа. Матка роя ползунов. Это у нас провалено. 4 черепа, да, я бы не выполнил. Из-за повреждений, так, хорошо. Ладно, значит, ну вот так, кстати, получилось. Хотели повыполнять задание, в конце концов между собой все пересрались, все друг друга это сели на мели. Команда. Никто не срался. Это было все в шутку. Ни один смотритель не пострадал. За время, да, съемки видео один смотритель пострадал. Полтора смотрителя пострадал. Ладно тогда, ребятушки, попробуем тогда в следующий раз как-то более продуктивно, что ли. Ну, в самом деле, нужно с более низким уровнем сложности, на мой взгляд, и как-то более слаженно двигаться, действовать, потому что раз всех обнулили, второй раз всех обнулили. Попробуем, потому что, по-моему, сейчас на это будет больно смотреть. Ребят, если кто-то вдруг досмотрел до этого момента и не перематывали, прям вот медаль вам. Вот. Пока что на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Пока. Пока. Пока.